номинации «Лидер студенческой организации», «Лидер в творчестве» и «Открытие года» нужно искать в научном прорыве. Знаете почему? Там были люди, у которых нет ни одной публикации, нет научного проекта. Они не ездили на конференции. Это действительно, я считаю, открытие года. Поэтому, ребята, вы молодцы. Самое главное, что вы вынесете после этого проекта, это друзья на всю жизнь. Наслаждайтесь, потому что, я честно говорю, вам будет что вспомнить после окончания Уральского федерального. Вы будете в первую очередь вспоминать эту премию. Особенно победители. Спросите их, что они помнят из университетской жизни. Скажут, Гарвард.